Всем привет! Сегодня получил телефончик Sony Xperia M. Серийный номер модельки C2104. Так, тут информация по телефону, если кому интересно. Если видно, что-то у нас так правда плохо видно. Так, ладно. Посмотрим, что у нас там внутри в коробочке. Так, сам телефончик. Мануал есть. Наушники 3.5, вакуумные. Так, тут у нас еще USB кабель есть для зарядки. Ну и само, конечно же, зарядное устройство. Вот. Так, какой тут у него ампераж? Сейчас глянем. Так, максимальный ампер 850 ампер. Все, вот такая коробочка пошла. Тут их три цвета есть. Белый, красный есть. У меня в данном случае есть сейчас черный. Так, здесь у нас двухъядерный процессор, 1 ГГц, 4,3 дюйма экран. Соотношение сторон 10,9. Подожди, 4,3. 209 сантиметров получается. Что-то пробормотал, понятно. Так, 8 мегапикселей камера, HDR есть, Wi-Fi, все дела, PlayStation сертификат, девайс, Xbox есть. Посмотрим, что там у нас телефончик. Сейчас включим его. Аппаратик, значит. Экранчик, конечно, хороший, но не идеал. Так, экран довольно яркий. Под такими углами, конечно же, выцветает. Это видно даже на камере. Ну, а так фронтально, в принципе, если смотреть, то экранчик очень яркий, качественный. Картинка не размытая, все сочное. Все красиво, работает шустренько, в принципе, такой шустрячок хороший. Приложений здесь немного. Так. Вот это, конечно, печально, то что здесь нету Play Market. Это, ну, в принципе, у тех, у кого руки откуда надо растут, может его установить. Сейчас посмотрим, что тут у нас в бенчмарке. Так. Бенчмарк у нас показал результат 10269 баллов. Очень даже для двухъядерного процессора хорошая цифра, потому что у меня были раньше китайцы двухъядерные процессоры 1,2 ГГц, и они еле-еле дотягивали до 6,5. Марка играет свою роль. Соответственно, качество железа тоже другое. И здесь стоит, по-моему, сейчас посмотрим. Вот он еще в списке есть. Так, здесь стоит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8230. Так, камера 8 мегапикселей. Оперативки 1 гигабайт, 4 гигабайта встроенная память, 32-битная система, 2 ядра, частота ядра 1026 МГц. Так, графический процессор Adreno TM305, поставщик Qualcomm, OpenGL DS2.0 стоит, тактовая частота GPU 400 МГц. Разрешение дисплея 480 на 782, экран TFT, плотность пикселей 240 dpi. Так, фронтальная камера 0,3 мегапикселя, LED флэш, матрица Exmor RS CMOS от Sony. Вес
77 граммов, спецификация Баратофон. 77 грамм. GPS есть, Wi-Fi, NFC есть, кстати, очень хорошо. NFC есть. Так, датчик направления, Asahi, Kasei. Датчик приближения Bosch стоит, прикольно. Ну и все, собственно. Так. Ну так работает аппаратик, в принципе, нормально. Для двухъядерного процессора это вообще хватает за глаза. Очень шустро работает. Думаю, проблем не будет. Ну, нормально работает. Аппаратик, конечно, хороший. Сейчас еще раз посмотрим внешний. Здесь у нас кнопка включения-выключения, также это кнопка блокировки. Качелька громкости, камера, вспышка, логотип Xperia. Это затвор для спуска камеры, динамик. Здесь у нас отверстие для ремешка microUSB. Ну, и 5 сверху разъем. И здесь еще, если будете брать такой телефон, то будьте осторожны. Крышка очень хрупкая, и вот здесь она может сломаться, когда будете открывать он с этой стороны, поэтому поддевайте его здесь ногтиком, вот так вот, аккуратненько, вот, и по всему периметру так проходимся, открываем крышечку, чтобы мы ее не сломали. Вот так вот у нас крышка открывается, вот у нас здесь чип, под NFC стоит, батарейка, здесь даже есть логотипчик Sony Ericsson, прикольно. Поддерживает обычную сим-карту. Динамик, кстати, громкий. Неплохой. Так. Сейчас посмотрим еще, как с ним. Телефончик. Сейчас поставим коробочку с ним. Например. Так, ну-ка. Ну, еще камера неплохая, в принципе, пойдет. Для 8 мегапикселей. Очень даже неплохо. Вспышка здесь, кстати, яркая. Это очень хорошо. Со вспышкой, например. Ну, телефончик неплохой. Вызывает приятное впечатление. Так что, думаю, стоит его брать. Такой у нас был сегодня на обзоре аппаратик. Все, всем спасибо. С вами был канал GadgetX. Меня зовут Ткаченко Сергей. Всем пока!